Эту передачу мы, татары Австрии Мирас, посвящаем Международному дню родного языка, то есть татарскому языку. Бу тапшыруыны біз Австрия татарлары ұйышмасы Мирас, халықара татар туған тіл күніне, татар тіліне бағышлайбыз. Татары относятся к тюркскому этносу, являются вторым по численности народом в Российской Федерации после русских. Живут в Поволжье, Приуралье, Сибири, Средней Азии, США, Канаде, Англии, Австралии, Китае. В Прибалтийских республиках и Польше татары считаются коренным населением и проживают там более 6 веков. Из татарских организаций 18 стран Европейского Союза в 2013 году в Брюсселе был создан Альянс татар Европы. В столице Республика Татарстан, в Казани, активно работает Всемирный конгресс татар уже в течение 30 лет. Приблизительно 7 миллионов человек на земле говорят на татарском языке. На базе знаний татарского языка можно легко изучить казахский, кыргызский, узбекский, турецкий, азербайджанский, одним словом, языки, которые относятся к тюркской группе. Татар тілі негізінде түрік түркіміне кірген көп кенә тілдерді. Мисал үшін, қазақ, өзбек, түрік, әзірі тілдерін жеңіл ғана үйрену мүмкін. Великий поэт татарского народа Габдулла Тукай воспел свой язык следующим образом. Бүйік татар шағыры Габдулла Тукай туған тіліне бағышлап былай деп язған. И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнің тілі. Дүнияда көп нәрсе білдім, син туған тіл арқылы. О, как хорош родной язык, отца и матери язык. Я в мире множество вещей через тебя навек постиг. Это стихотворение Габдуллы Тукая стал гимном для татарского народа. Любое мероприятие на любой точке земного шара заканчивается обычно исполнением этой песни. Татарский язык звучит очень мягко и отличается своей певучестью. В этом вы можете убедиться сами, послушав песню «Эль-Люки» на слова поэта Габдуллы Тукая в исполнении солистки Венского оперного театра, заслуженной артистки Татарстана и Российской Федерации Аиды Гарифуллиной. Татар тілі Улымшак һәм моңлы тел. Сез үзегез хәзер Вена опера солисткасы Аида Гарифуллина башкаруындагы «Эль-Люки» жырын тыңлап, шушы моңны ишетә аласыз.
Мы и раньше обращались к Аиде, приглашая ее на наш концерт. Она, несмотря на то, что ее календарь заполнен на 4 года вперед, нашла время написать нам эти теплые строки в ответ на нашу просьбу. Я очень рада этому событию и горда тем, что татарский народ сплоченный, радушный и гостеприимный, находит свои корни в разных уголках мира. К сожалению, я не нахожусь в Вене, но всем своим сердцем, всей своей душой я буду с вами. Я очень хочу и буду стараться в будущем быть с вами и петь на ваших концертах. С уважением и любовью, Аида. А теперь мы хотим вас ознакомить с новой современной татарской песней с элементами рэпа на музыку Фирдуса Тямаева и слова Сакины Хайрулиной, которая называется «Татарлар» в исполнении Фирдуса Тямаева, Шакура и Резиды Ахметвалиевой. Мы слышим в сопровождении живые барабаны, волшебные звуки курая, баяна, что усиливает восприятие музыки, делает ее торжественной. Эта песня является обращением к татарскому народу, особенно к татарской молодежи, помнить свою историческую родину, не потерять корни, свой язык, свою религию и призывает гордиться своим татарским происхождением. Мы сильная нация, мы не должны терять свои традиции. Я родился татарином и живу как татарин, поется в песне. Мы, татары, с уважением относимся к другим национальностям. Мы хотим жить в мире, дружбе и равноправии с ними. Обрамление к этой песне звучит нежный голос Резиды Туантель. И в завершении праздника плавно вписывается танцевальный ансамбль «Казань» под руководством Чулпан Закировой. Шул жерде тамыр алган, шул жерде ата бабамнын тазлы тирләре тамган. Татар барда кадер бар дип көмөр иткән нәселем, бирмәгән ябыз дошманга үстәлен диләнде җирем. Ата бабам эзе буенча сынау юллары киң-киң, өстерим йөгеңне Үстерим үзегім білән тең Қойылма нәфрәт көзләрендә Он тамырларында ағадан Милләттен тілім динім Шыныққан ауыз заманадан Үз тілінен ұтқан Юғалқан өзінін қатірлә Мен татар дейіп ғорылдашым Әр бір қойнар сұлышым білә Сығылма жиллерді Сығылма сен бір ялғыз түгіл Мен татар дейіп ғорылдашым Йықлағанлар ұяныр үшін Әй татарлар, татарлар Горур жаннар Койулашын ташар кыя Шунды безнен татарлар Эй, татарлар, татарлар Югалмасын кыйблалар Безны кышны милет иткен Телебез динебез бар Эй, татарлар, татарлар Хөрмәт белән карыйбыз Татулыкны, тигезлекне Кыйбла итеп саныйбыз Изге азан тавышыннан Башлана һәр кемебез Байланабыз, иманабыз Динебез һәм телебез Шумарта халкымны Түгәрәк дөньяның ышлы пышмаклары Олдыр үз юлымда Табан асларымда алы юл тузаны Жеткер тауышымны
жеткер хәрді бәке жеткер шағадарға мен татар дейі бұр ұрдашым Хәр бір қойнар сұлышым білен Кетсәңде юрат, сөзлерім онтым Уатан юректе, уатаным алтын Кетсәңде юрат, сөзлерім онтым Уатаным атам, бабам уатаным Әй, татарлар, татарлар Ибадыра қырылыр жаннар Қойулашын ташын күйе Шынды біздің татарлар Әй, татарлар, татарлар Юмалмасын қиблалар Бізді күшлі милет екен Келебіз дініміз бар Әй, татарлар, татарлар Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий из жизни нашего общества. Охотно приглашаем вас присоединиться к нам. Сау болуыз. Келесі үшірашуларға қадар.